Этой весной состоялся очередной призыв спортивной роты. Как говорится, на смену старым пришли новые бойцы. Прошедший год показал, что решение о возрождении спортивных рот полностью себя оправдало. Молодые спортсмены, проходившие службы в этих подразделениях, не только изучали предметы боевой подготовки, но и достойно защищали честь страны на крупнейших международных соревнованиях. Так, рядовые спортивные роты ЦСКА, дислоцированные в подмосковной Балашихе, выиграли 6 медалей на Олимпийских играх в Сочи. Среди них известный фигурист Никита Коцалапов. Служба в армии мне дала, на самом деле, достаточно новое понятие о дисциплине. Несмотря на то, что был очень короткий форсированный срок подготовки, прохождение курса молодого бойца, это было новое, это нужно было сделать. У меня отец служил в пограничных войсках. Я очень благодарен, что вообще это все возродилось, потому что за год до призыва, до моего, встал большой вопрос, как это все будет происходить. Но потом, перед Олимпиадой в Сочи, когда я отобрался в сборную команду России, уже пришлось над этим работать. И спасибо огромное и Министерству спорта, и клубу, и всем, кто этому сопутствовал. Вообще, это был правильный шаг и правильное решение для многих спортсменов. Музей спортивной славы ЦСКА. Сегодня здесь должны принять присягу 19 юношей. Все они кандидаты, члены сборных страны по олимпийским видам спорта. Ряды российской армии пополнили боксеры, борцы, пловцы, кёрлингисты и стрелки. Здравствуйте, товарищи! Здравия желаю, товарищ полковник! Поздравляю вас с принятием войска присяги! Ура! 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 Я. Есть. Товарищ старший прапорщик, рядовой офицер для принятия военной присяги прибыл. Военная присяга принять. Есть. Я, Фетисов Владислав Сергеевич, торжественно присягаю на верность своему Отечеству, Российской Федерации. Клянусь свято соблюдать Конституцию Российской Федерации. Строго выполнять требования общевоинских уставов, приказы командиров и начальников. Клянусь достойно исполнять воинский долг. Мужественно защищать свободу, независимость, конституционный строй России. Народы Отечества. Я, Подпугаров Эдуард Тарипович. Товарищ полковник, личный состав нового пополнения к военной присяге приведен. Командир спортивного рота, капитан Соколовский. Поздравляю вступление в большую дружную семью под названием ЦСКА. Надеюсь, что в течение этого года и все последующее время, которое вы будете выступать, вы будете нас радовать и удивлять своими победами, ну и пожелать вам достойно нести это знамя на протяжении всей своей службы, как военной, так и спортивной. С этого дня спортсмены-военнослужащие долг своей стране будут отдавать без отрыва тренировок. Воинская часть командирует их на сборы и турниры. Что ж, пожелаем ребятам ярких побед на крупнейших соревнованиях.